Здравствуйте, дорогие подписчики моего YouTube канала, с вами Константин, и сегодня у нас первый взгляд на игру Pokken Tournament. И я признаюсь, про эту игру вообще ничего раньше не слышал и не видел. Я ее пробую по совету нескольких людей, которые мои подписчики, вот, и они мне очень яростно советовали, мол, поиграй, поиграй, интересная игра. Тем более, что она, я так понял, она вроде бы как эксклюзив Nintendo Wii U. Ну, по крайней мере, больше я нигде не нашел. Я вам признаюсь, при попытке скачать ее на ПК, вот, я, кроме огромного количества вирусов, больше ничего на комп не поймал. Не говоря уже о покемонах. Сразу скажу свое отношение к покемонам. Признаюсь, это первая игра серии вообще про покемонов, которую я вообще играю. Покемонов когда-то давно смотрел. Когда их показывали, смотрел, в принципе, как и все смотрели. Нравилось, да, все нормально. Если это битва покемонов, самое интересное, конечно, это как здесь реализован баланс, механика и сам геймплей. Это очень интересно будет посмотреть. Это всего лишь демо-версия, вы не подумайте, я игру не покупал. Она стоит почти 4000 рублей. На диске можно даже заказать ее, она будет там 3 с небольшим тысячи рублей. Вот, это демо-версия. А японцы такие негодяи еще, что, ко всему прочему, эту демо-версию можно запустить всего несколько раз. Потом все, она тут же блокируется. Поэтому я вот еще, я вообще ее не запускал, вот первый раз сейчас ее запустил, и спешу ее сразу вам показать. Сам еще ничего не видел. Итак, у нас... Нам рассказывает управление. Здесь саппорт покемон, движение крестовиной, блок R и, соответственно, сильный удар, движение покемона. И есть контратаки. Это XA и YB. Это какая-то граб-атака. Я не знаю, что это такое. Понятия не имею. И можно делать, соответственно, супер-удар какой-то, я так полагаю. Ну, сейчас, на самом деле, я так говорю, разбираться не буду. Так, а почему покемонов тут так мало? Не, я не в смысле открытых, а вообще. Тут всего получается 15 покемонов. Это что-то маловато. Их, насколько я помню, была не одна сотня. Ну, может быть, это чисто здесь. Может быть, потом они еще будут открываться. Ну, давайте посмотрим, кто вот. Ну, Пикачу, понятное дело. Пикачу-то есть Пикачу. Чиризард. Я вот всегда обожал Чиризарда. Мне он очень нравился. Считал его одним из сильнейших, насколько я помню. Смотрю, есть определенные характеристики. Но хотя они тут, по-моему, сейчас у всех одинаковые. Ну, допустим. А, выбрать саппорта. Я не знаю, кто кого из них брать. Есть ускорение. Здесь ничего. Я бог узнаю. Ну, давай здесь.
И так нас уже толкают в битву. Плеер 1 vs Плеер 2. Чаризард против Пикачу. Сейчас Пикачу меня... измотает. Так. Так, выбрать. Ну вот, и давайте его возьмем. Так, тихо, спокойно. Спокойно. Это блок. Блок такой. На. Так. Тихо, как я могу... Это я дышу огнем. А стоп, я же надо крестовиной двигаться. Так, тихо, спокойно. Есть контратаки, есть граб-атака-то, я не знаю, что это. Эх, меня током уработало. Саппорт еще не готов, говорят. Тихо, спокойно, спокойно, пока. Эх, нифига себе, то есть он... Да, Пикачу же может на расстоянии прям так драться, да? Тихо, спокойно. Так, ладно, отойдем, отойдем. Так, о, как, какой это можно делать. Короче, да, конечно же, нужно тренироваться. И я проиграл. Ну, я вообще даже ничего другого не ожидал. Так, раунд первый. Раунд первый за Пикачу. Так, не, ну я также продолжу, господи, мне без разницы. Давай второй раунд, поехали. Мне надо вообще к управлению привыкать. Тихо. Через завтра, я так понял, вообще, в принципе, такой медленный. Ты что там удумал? Так, там написано нажать какой-то shift. Какой shift, я не знаю. Ладно, будем... Контратака. Контратака работает нормально. Так, есть какая-то ближняя какая-то атака. Спокойно, спокойно. О, вперед. Это и все, что ты делаешь, саппорт? Я тебя столько ждал, а ты столько... О, слушай, я могу летать. Я думал, что как же через арт летает. О, вообще, сейчас победили. Сейчас вот уже более проще стало. 1-1. Хорошо. Так, ну давай другого возьмем, посмотрим. Во-во-во, летать можно, можно, можно летать. Иди ты в баню, Пикачу. Пика-пика там свое это не надо, хорошо? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо, спокойно. Он что там, что-то с него повалится, Пикачу, с тебя что там валится? Нормально, нормально. У Чаризарда вообще чисто он силой прям берет, просто тут он забивает. Попался? Нет, не попался. Контратака. Так, тихо. Тихо. Во, победили. Ну вот, нормально. Разобрались. Хм, забавно. Механика боя, признаюсь, очень забавная. Пикачу брал реально какой-то скоростью и атаками на расстоянии. Я беру чисто силой. Мне больше... Так, спасибо за игру. Это и все, что ли? Ну и пошла там заставка. Ну давай другого возьмем, господи. Короче, демка вообще прям малюсенькая, коротенькая такая демка. И еще вот ее потом вы фиг запустишь же. Так, кого еще можно взять? Вот, давай тебя. Ты похож на такого вредителя. Гингар. Давайте возьмем вот вариацию саппортов Б. Я прав, ничего против покемонов не имею, как бы реально прикольно. Но нужно в этом деле разбираться. Не говоря на то, что я покемонов вообще не помню. Я помню там, ну, Пикачу, Чаризар, там, Чимандер, Бульбасавр. Ну, вот такие самые популярные, которые были у Эши тогда. Их я, в принципе, помню. Пиджиота была. Там какие-то, помню, господи, следующие формы трансформации. Ну, команду Р, конечно, как ее тут не запомнить. Я так полагаю, здесь с ними ничего не связано. Это чисто вот... Так, Кубон, ты будешь моим саппортом, я не знаю, что ты делаешь, что делаю я и то не знаю.
Так. Ой, я на расстоянии могу атаковать. Слушай, прикольно. Ой, я могу даже не... на какой-то момент телепортироваться даже. Ой. Тихо, спокойно, спокойно. Иди, иди от меня. Иди от меня в баньку. Тихо, тихо, спокойно. Тихо. Саппорт. Он не знает, что он сделал там. Так, отлично. Это ближний бой, хорошо. У него тоже есть саппор, и надо с ним считаться. Спокойно. Такой, такой, слушай, интересный тоже персонаж. Да, забьем мы тебя. Вот, и ты вообще ничего особо не делаешь. Видать, сложность стоит небольшая. Хорошо. Ну давай второго возьмем теперь. Так, хорошо. Так, тихо. Попалась, что ли? Ай-яй-яй-яй, больно, 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 больно. Что ты делаешь? Ты что удумала? А, отлично, слушай, во, вот этот саппорт, вот это я понимаю, слушай, я там что-то сделал. Во, слушай, прикольно. Я ж как, я как демон, да, какой-то, прям, реально какого-то демона напоминает. Во, вообще клево. Так, тихо. Слушай, если разобраться, то, наверное, еще целая куча каких-то приемов и еще чего-то. На. Тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Блок, 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 блок. Есть, добили. Смешной. Так, ну нормально. Ингар. Вы мне, кстати, кто знает что-нибудь про эту игру, ну напишите вообще, здесь кроме сражений покемонов есть что-нибудь еще или нет? То есть, что, почему эту игру так любят? Только чисто из-за покемонов? В принципе, можно понять. Но в игре же, наверное, кроме вот этих сражений, может быть, еще что-нибудь есть? Так, ну давай посмотрим. Там еще, по-моему, у нас, да, был выбор, кого-то можно было взять. Кстати, против нас противники выходят, которые нам недоступны, если что. Так что давайте вот этот вот Луцарио. Ну, саппорты, как обычно, не меняются. Ладно, ладно. Ого! Вы смотрите против меня какой... Выглядит очень сильным. Очень сильным. Он, кстати, был в заставке. Массовки какие-то делает, кроет. Я смотрю, локации могут быть разного размера. В смысле, арена. Сейчас она маленькая, она может быть еще и большая. Но судя по тому по радару, как показали. Так, давай. Посмотрим, что умеешь ты. Выглядишь быстрым. Тихо. Реально быстрый. Так, ладно. Так, есть, оглушили, оглушили, нормально. О, могу стреляться на расстоянии, вообще нормально. Так, тихо, тихо, а ты как каким-то холодом, да, рубишь? Я не знаю, что я сейчас делаю. Нажимаю наверх. Вот, жаль, камера никак не переставляется, вот тут плохо прям. Я могу как-нибудь в сторону еще уходить? А, вот, можно, можно вот так еще бегать, господи. Тихо, спокойно. Ай, 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 больно, больно, больно. Подожди, я пытаюсь по возможности персонажа узнать. Ух ты ж, блин. Да на тебе. Ты зараза такая, а. Отлично. На, на тебе. Саппорт. Лети в него. О, чем-то запустил. Че ты валяется? Это, слушай, что-то подбирать, наверное, что-то хорошее. Эх. Больно. Во, можно силу накапливать удара. Мы победили. Кое-как, правда. Реально, каждому покемону надо привыкать. Каждый покемон это, блин, просто отдельное... Не знаю, что ты сделал, но ты
помог мне победить. Эх, нифига. Ты слышишь, хорош там жульничать. Что-то включают какие-то режимы там. Я вас и без этих режимов просто забью сейчас. На! Ты обалдел там, что ли? Попался! Отлично. Ой, там что-то с тебя поупадало. На тебе! Ой, нет, нет, он контратаку сделал. Спокойно. Тихо, спокойно, спокойно. На! На! На тебе! Ой, господи, ты мне прилетела. Так, так лучше. Ты долго будешь в блоке сидеть? Я тебя так набью с руками. Я понял, что ты с расстояния куда более страшен. На! На! Получил по роже. Победили. Ну, неплохо. Тут, оказывается, еще на крестовину еще идут определенные какие-то накопления энергии, еще какие-то возможности. И плюс комбинирование клавиш тоже дает какие-то свои приемы. К сожалению, здесь нет никакой тренировки в демке. Поэтому бы я просто сейчас вот, ну, методом проб и ошибок. Так, хорошо. У нас есть еще время. Давайте еще посмотрим, почему бы нет. Так, я еще не играл за Пикачу. Ну как же так? За Пикачу надо поиграть. Это ж покемоны не покемоны без Пикачу, верно? Опять против меня вот этот вот, да? Ладно, ладно. Я так полагаю, что здесь можно свободно вдвоем играть. То есть за одной консолью. Наверное, онлайн битвы тоже какие-то есть. Интересно, аватарку себе вот эту выбираешь, которая там... Так, ну давай тебя. Тихо, тихо. Давай, сейчас мы тебя набуцкаем. Неплохо. Так, можно как-то набирать еще энергию. Тихо, тихо, тихо. Хорош, 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 хорош. Так. Ну, давай, подойди. Ты посмотри, какая зараза. Давай, давай. Во, нормально. Вообще, он реально очень быстрый. Смотрите, я просто могу вблизи прям забивать. Приемами забивать можно. На, получил? Можно набирать силу энергии. О, электричество. Вообще, прям просто замутузили его. Ну, Пикачу очень сильный, надо думать. Давай другого саппорта возьмем. Тихо. Так. Тихо, ты хорош, хорош. Опять что-то удумал там, а? Не знаю, как... О, слушай, мы... Во, на две клавиши одновременно включить, и мы включили какой-то мега-ультра режим. Тихо. Я нашел, как делать коронку. Вот это смешно. Так, отлично. Ну что, набускали тебя? Все, ультра-атак больше не даст. Ну ладно. Тихо. На тебе. Просто забили его, да? Тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я забываю, что ты такой умеешь. На. Эх, нифига, вот это ты мне урон отзвездил. На, зараза. Смешной. Пикачу всегда был смешной. Даже неплохо справились. Да, да, нормально. Так, ну в принципе,
Я думаю, наверное, хватит. Че, ты мне еще что-то предлагаешь сделать? По покемону больше недоступны. Мы поиграли за всех, кого только смогли, из открытых. Если будут еще покемоны, это хорошо, потому что вот 15 это маловато. Даже для любого файтинга сейчас 15 бойцов это действительно немного. Но если учитывать, что они очень разнообразные, будет много саппортов, и есть ли или нет какой-нибудь прокачки персонажа, я тоже не знаю. То есть демка на самом деле просто показала немного геймплей. Геймплей забавный, покемоны выполнены в принципе неплохо, каждый покемон особенный, ну, в принципе, что и следовало ожидать. Ничего более нам демка не предоставляет. Итак, напишите, что вы вообще думаете об этой игре. Может быть, есть какие-то более интересные игры про покемонов. Может, вообще не стоит покемонов трогать. Я говорю, я против них ничего против не имею. Реально, как бы, прикольно, забавно относится к нашей тематике аниме. И вполне себе подойдет. Ну что, давайте сегодня закончим. Это было здорово. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Давайте всем спасибо, всем пока.